Ну что ж, дорогие друзья, доброго вечерочка всем, как говорится. Наконец, начинаю, как говорится, стримить снова. Так что в скором времени ожидайте новых турнирчиков. Ну и помимо турнирчиков, просто игр. А мы тем временем, наконец, начинаем. Biohazard. Сегодня мы будем начинать проходить интересный проект. Модификация на первый самый Resident. Сценарий за многими любимым, а также забытым героем Барри Бёртону, он же Пауэрбулка. Ну, поехали. Начальный видеоролик, думаю, видели уже все много раз, поэтому приступаем сразу к сути. It's pretty dangerous outside. Are you there, Jill? Well, I'm sorry, but she's probably... No! Who is it? I'm going to find out. Okay, Chris and I will stay in the hall in case of an emergency. Barry! Proceed with your own judgment. Как говорится, я пойду проверю, что это был за звук. Пока наш покойничек валяется, хапаем все самое ценное. Ну и ладно, так же быть. Дорежем покойничка, притворщика. Риса. Так, два слотика, ну, хрен с ним, пойдем возьмем ленту. Еще один притвор валяется. Приветствую еще раз, джипомчик. Приятного тебе, как говорится, просмотра.
Это не мой эмуль, это ПК-версия игры, запущенная в оконном режиме, очень хитро сделана. Так что мой эмуль тут не при делах, это ПК-версия. Да не, какое багаюзерство. Я его, как говорится, своими длинными ручонками через статую положил. Отличия здесь есть, по идее, врагов больше. Предметы должны быть некоторые другие. Сейчас поглядим. Четыре ячейки и магнум с кучей патронов. Эх, притворы. Кстати, интересно, проверьте на Ютубе и Твиче, идет трансляция. Посмотрите, кому не трудно. Interesting. I've been thinking something is wrong with this house. What happened to Wesker and Chris? I don't know. I can't believe. Is that right? Anyway, it's good to see you're safe. А я тебе еще сказал, что это пауэрбулка. Зовут его пауэрбулка, этого героя. Так, ну проверим сейчас, что там с Ютубом и Твичом. Вот Жанович Маганах, он же сразу бы угадал, о ком речь. Так, ну посмотрим. Что там с Ютубчиком.
Текс. А, ну понятно, почему не идет на остальные платформы, потому что стоит только на ГГ в данный момент. Ну, в общем, не знаю, сделать стоп-старт и отправить стрим на остальные платформы, YouTube и Twitch, или оставить только ГГ. Что скажете? Сделать стоп-старт и отправить поток на остальные платформы. Оки-доки. Сейчас сделаем тогда. Стоп-старт. Один момент. Не расходитесь, как говорится. На ГГ все и останется. Я сейчас пущу на остальные сервисы поток. Сохранение тем более сделал, хотя игру я даже выключать не буду. Сейчас, один момент.